Нина Криницына превратила свой деревенский дом в Кировской области в галерею под открытым небом. То, что для других мусор, для 67-летней пенсионерки – источник вдохновения. Красочная мозаика создана из крышек от пластиковых бутылок. Всего их ушло примерно 2 тонны. Начали вон с кошечки первой, кошечка, потом собачка. А тут Машеньку стали. Вот тут медведя, вот так потихонечку, потихонечку в интернете, мы там у племянника в интернете что выглядит, так вот и складываю, вот найду пропор, сколь, вот складываешь, а потом пошло и пошло. Нина Ивановна создает картины уже 7 лет. Это герои мультфильмов и детских книг. Сначала прорисовывает изображение от руки в тетради в клетку, затем сортирует по цветам крышки. Каждый прибивает гвоздь. После этого переносит мозаику на деревянные доски, которые и украшают стены домов, заборы и даже сарай. Материал собирает на местной свалке и не только. Прошлый год вот эту лошадку-то я прошлый год сделала. Вот я ее за лето сделала. А зимой не делай. Просто пробки, где вот увижу, иду. Бутылка валяется или что, или пропочку скрутила, если с пропочкой. Поддержать хобби стараются и соседи. Благодаря Нине Ивановне теперь они знают, куда деть пластиковый мусор. Приносят, но сейчас уже у нас поставили эти контейнеры, и теперь все выкидывают туда. Раньше выкидывали на свалку, так я уже не стесняюсь говорить. Ходила на свалку, собирала эти пробки, и соседи, а сейчас... Жизнерадостные работы Нины Ивановны стали местной достопримечательностью. В гости на экскурсию к ней приезжают даже из соседних городов.